Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Dark Souls Remastered. Окей, я еще кое-что узнал, можно еще поменять на то, что у меня есть в данный момент. Это медаль света. Выбросить, окей. Перезаходим. И забираем то, что будет. И, короче, в принципе, нельзя ничего сделать, нельзя ему никак накидать еще предметов халявных. Да, чтобы, типа, забаговать его и вот, фармить так, типа, камешки, все такое. Нет, все-таки это все продумано. Обломок вилового титанита мы получаем. Все, что мы получаем с вами. Окей. Давайте, короче, отправляться отсюда. И отправимся мы далеко. Так, сразу яйцом превращаюсь. Прилетаем. Блин, вот мне бесит то, что меня враги здесь блокируют. Довольно жестко блокируют. Бля. Ладно, радужные камешки пускай будут. Потом придумаю, какое для них применение. Ну, понятное дело, что большинство уже в себе проспойлерили игру, я уже в нее играл давно. Очень давно. Именно в первую, не ремастер. Просто в первую. Что хочу этим сказать. А то... О, ты вернулся? А, это снова ты. Я как бы это сказать, потерял госпожу. А куда же она продевала? Госпожа, я ведь поклялся защищать вас до конца жизни. Ну чё, пацан, ну гг, что сказать. Минус госпожа. Кстати, фиг его знать, ладно. Фиг его знает. Сейчас снова тогда сделаем. А я не помню, Нит обязательный босс? Или его можно не проходить? Я знаю, чтобы... Мне нужно колоколы подзинькать. В один мы с вами уже... А мои души где? Где мои души? Там было 700 душ. Слышь, ворон, ты офигел? Душа вернул. Ау. Не наебали. Я думал, то душа, а то вода. Стойте, а куда... А где мои души? Мысли. А куда они подевались? Типа, они исчезнуть никак не могли, так как я не сдох еще один раз. Может, они где-то в текстурах? Я ж типа упал и об столб подчиркался. О. Показалось. Я думал, что там челик сидит. Найс. Найс, так, а что ты мне... Можешь что-то рассказать? Ну, такой сюрприз. Я не думал, что ты справишься. Кто-то звонил в колокол пробуждения. Постой, это ты. Ты никогда не сделаешь, да? Не знаю, как тебе это удается. Что ж, мне остается, осталось лишь один колокол, но это самоубийство. Ха-ха-ха. А нет, это не самоубийство, мы за ним идем. На самом деле, я не помню, куда я вообще должен идти. Где у нас второй колокол? Первый колокол, это у нас были горгули. А второй колокол я не знаю. Ну, и это не важно, потому что мы справляемся с вами к монстрам. К монстрам. Мне нужен черный город. Мне нужно вернуться в черный город.
А в чумной город нужно еще добраться. Тихо. До чумного города еще нужно добежать. Чумного города мы пойдем. Так, подожди. Мне нужно, короче. Забейте. Мне нужно к этой, я вспомнил. К телочке, которая. Которая что? Которая. Которая паучиха. Которая красивая. Которая довольно красивая. Так, мы открыли здесь врата, поэтому мы сюда идем. Пипец, тут темно. Вот те, кто на мобильниках смотрит, это вообще темень полная. Хотя, кто меня смотрит? Так, глубины. Подожди, мне нужно. А почему? Как ты ногой бьешь? Не врубаюсь. Так, большая душа без солдата. Бам. Хорошо. На врага в макушку, да, смогу попасть? Хотя отсюда вот могу попасть, думаю я. Думал. Манать. Так, а где? А, тут там стоит. Подожди, а как ты ко мне попал? Вон, там мясничок есть. Фехтовальщик ты наш. Так, давайте, наверное, отхилюсь. А. Рано делаю. Давай. Я бэкстепну тебя. Нет, не бэкстепнул.
Вот это не надо, потому что он... Что? О, бэкстеп. Так, 77. 400 с чем-то. Так, минус мешок. Если что, я мешок тоже, по идее, могу обменять. Но мешок мы обмениваем на... Как он называется там? Ой, сейчас вспомню и скажу вам, подождите. На булаву демона. На булаву демона. Короче, парировать я понял как. Просто, короче... Когда этот? Так, цепь ко мне, да? Цепь направлена ко мне, а значит это не мимик. Большой уголь. Так. Я не помню, это обычная вода? Да, по воде я очень медленно двигаюсь. Легче кувыркаться. Вот здесь, на самом деле, легче, походу, кувырками. Вау. Вау. А этот быстрее атакует. Тихо. Вау, вау. В смысле? А почему этот без задержки атакует? Объясните, объясните. Почему эта тварь меня без задержки атаковала? Окей. Так, мне символ настоящего рыцаря дают силу для борьбы с различными угрозами. Особое кольцо, которое дарует только самым удачливым. Манать. Вы издеваетесь? Ох ты ж, ё-моё! Да, это будет жестко. Это вся сейчас будет сложно. Я просто не думал то, что та херня начнет злоупотреблять быстрой атакой. И то, что он вообще будет тут подреплять быструю атаку. Так, а кто там хотя бы у нас был? По врагам. По врагам, по врагам. Там много кто. Тихо. Так, нет. Остались только собаки. А.
смысле? Что это за хрень? Где тут текстуры? Зараза. Но он хотя бы наносит мне очень мало. Каких-то вальчик херов. Да, этого мясника нету. Откуда второй взялся? Еще кровотечение херячит мне. Ой. Куда вы все падаете? Куда вы деваетесь? Здрасте. Походу еще что-то нашел. Короче, можно после их атаки атаковать их. Так, теперь у меня вопрос, откуда этот появится. Тихо-тихо, я не буду рисковать, нахер надо. Если такая вот херня происходит, нафиг она надо. Быть кому-то. Бля. Попался. Ой! Манай. Я ж еще пришел сюда и посмотрел, есть тут что-то валяется или нет. А, ну тут хер увидишь, что. Ну, с факелом нужно ходить. Да, вот пойдешь ты к нему, и сколько тут слизней этих. Ну нахер. Давай я лучше в ту дырку спрыгну. Мне кажется, оттуда лучше спрыгну. А хотя тут еще есть проход куда-то там напротив. Давайте в эту сторону. Ты, да, ты. А сюда, сюда, пожалуйста. А мне нужна помощь. Спасибо. Если бы не ты, быть бы мне в беде. Кстати, я заживо. Какая ужасная судьба. Спасибо тебе огромное. Я Лаврейти из Великой Топи. А теперь я в долгу перед тобой. Окей, Лаврейти. Скажи, что это за твоя магия, да, походу?
Ты летающий видишь, да? Летающая плитка, летающая доска. А, и вот летающие доски. Найс. О, здравствуй. У меня все хорошо, благодарю тебе. Ну, походу, оно просто багует все это дело. А вдруг в сундуке что-то... Ну, вот опять забаговало. Это в игре так все-таки. Я в этот схожу. Со стороны мясника. Так, у нас 5000. Главное это все дело не просрать. Хотя, посрать. Ого. Здравствуйте. Изи. Это босс. Ну, даже не босс, а, знаете, мини-босс. Ничего не знаю. Я так могу. На. Все? Или тут еще что-то есть? Щит паука. А у меня, кажется, есть такой же. Это сопротивление отравления ядом. Но он мне в основном поможет в другой локации. Сейчас тогда иллюзорная стена. Нет. Иллюзорная стена. Как найти искать иллюзорные стены? Мне кто-то расскажет. Я знаю, что они есть. Типа я ж не буду каждую стенку бить. Так ведь? Походу нет. Походу буду. Ладно, тут нету. Так, там западни никакой не будет. Ой, там водопад, ну нафиг. Так, душа. Человечность. Так, мне сюда нужно. Я просто немного помню с того раза, когда проходил. Ключ от канализации. Зараза. Если я сюда сейчас пойду, я сдохну. А не. А по идее должен был сдохнуть. Теперь только я в жопе. Это единственное, могу сказать. Теперь я вот это буду все проверять. Бля. А вот это вот лучше не касаться. Если я хочу жить. Это... Ой! Фух.
Просто это было бы минус смерть. Ха. Маленькая мышка, которая меня обманывает. И она же заводит меня в обманку. Так. Ой, короче, ну нафиг. Пока что бить. Тут главное быть осторожным самому. Пиздец. Не хочу я туда идти. Пипец, как не хочу. Я уже заблудился, ребят. Сори, но это так. Вот просто вот эта фигня, она накапливается на тело, и можно легко отъехать. А в чем херня? Это на нас накидывается проклятие. Проклятие снимается только с помощью вот того амулетика, который мы с вами получили. Ну, вы, наверное, видели. Но мы же его тратим. И в чем, типа, заключается проклятие? А то, что у нас ХП уменьшается вдвое. Но я думаю, не нужно объяснять, что это обозначает. Это будет, значит, пипец. Тут тоже вот такой момент. Который я не хочу. О! Вот откуда она взялась, скажите мне? Это третья с той компании? Пипец. Я просто боюсь. Отцепись ты от меня. Я просто боюсь то, что может произойти. Ой, бля! Манать! Вы видели, сопротивления у меня там мало. Сопротивления у меня там вообще почти никакого. Видите, сидят. Сука! Тихо. Ну почему я не смог ударить его?
Они ядовиты, это жопа. Ладно, он хотя бы он заряд сначала накапливает. Они сразу херячат. Вот это хотя бы момент радует. Так, стоять, куда мне хотя бы идти? Я правильно иду? Если сюда пойду. Фух. Тут просто есть дырки, в которых, если ты упадешь, ты сдыхаешь автоматически. Я хотел кувырок сделать на самом деле. Но мне не дали кувырок сделать. Так, ладно, а что там было? Там тупик был? А, кольцо злого глаза, тихо. А, кольца. Поглощать здоровье павших врагов. Так, кольцо злого глаза. Если верить легенде, в этом кольце заключен дух злого глаза. Темные твари, напавшие на Астору. Сила злого глаза непоколебима, и из погибших врагов высасывается здоровье. Понятное дело, что мало, поэтому нафиг надо. Я бы такой, чтобы найти где-то костер и вожечь. Понял. Это как? А это сейчас как? Нужно по сломатому дерьму смотреть. Сломатое, значит, я тут был. А, вот, тут крыса меня тогда обманула и убежала. Вот, видите, трупец здесь. Вон, мыша. Она ж не просто так сюда бежала. По идее, в этих коробках тоже были мыши. Она типа заманивает нас сюда, и так дерьмо получается. Иллюзорной стенки нету. Блин, нам хотя бы до костра дожить. Понял, фигня. Вот, я, по идее, сюда должен был скатиться, а я упал вниз. Я не помню где, поэтому, кажется, здесь. Где-то должен быть здесь костер. Если я не ошибаюсь. Так, ключ от канализации. А я не ошибаюсь. Ух, ладно. Давайте, короче, я думаю, на этом остановимся. Да. Качаем новый уровень. Мы пойдем все в ХПшку теперь. Принять. Окей. Хотя... Блин, нужно было проверить... Загруженность нужно было в сотку пойти. Ладно, плевать.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.